Настоящая зима пришла в некоторые регионы России. В Магаданской области, Хабаровском крае, Якутии, на Камчатке днем и ночью держится минусовая температура, сообщили в гидрометцентре. Давайте разберемся, может быть, мы поможем вам чем-то. Да не надо мне помогать, это вы себе помогите. Все уже. Все одно и то же, каждый год. Я уже неделю на работу хожу и ни разу еще туда не пришел. Косиля с горошину, косиля с горошину.